Чувствую, у нас в доме появился невоспитанный разрушитель. Все. Предполагаю, что знакомство с покемоном Юмичу, моей собакой, кто не знает, произойдет очень эпичное. И вообще со всеми собаками. Посмотрите, что это чудо делает. Привет, я Аня, и вы на канале Magic Family, и сегодня здесь нет со мной, как обычно, моих собачек, да и никаких других животных нет, потому что сейчас со мной здесь наш маленький пушистый спасеныш. Если вы не смотрели предыдущее видео, то посмотрите его, там я рассказывала, как я вытащила ночью из канализации вот это вот маленькое пушистое чудо. Вот этого вот маленького котеночка, там я показала, как мы его отмывали, и вообще, как все это происходило. Эй! Нельзя драть лежанку. Я тебе когтеточку куплю скоро. Как выяснилось, это не котеночек, а кошечка, маленькая кисонька, девочка. Подписчики написали нам очень... Что ты, чего? Упала, что ли? Очень много имен для мальчиков. Мы очень ласковые и игривые. И сейчас нам придется придумывать какое-нибудь женское имя для этого маленького смешного пупсика. А вы, ребят, если вы тут впервые, скорее подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики с этим маленьким пушистым чудом и другими моими животными. У нас карантин. Это значит, что где-то неделю мы будем сидеть в отдельной комнате и не общаться ни с какими другими питомцами, потому что ветеринар посмотрела нас и сказала, что кроме, конечно же, блох и глистов, от которых нам нужно избавляться, у нас еще и ушной клещ. Да, очень любит гладиться, очень любит гладиться. Ты все-таки хочешь косточку? Ты хочешь... Да косточка тебе большая, она больше тебя, посмотри, она больше тебя. Мы будем постоянно промывать ушки, чистить их и избавляться от этого ушного клеща, который у нас засел там, да, малявочка? Так что знакомиться с Эйвоном, Софией, Юми, Мишей и собачками и другими животными мы будем только через недельку. А сейчас будем одни жить. Если вы хотите отдельное видео, как я выбираю имя вот этой морде, вот этому котенку, ставьте лайк, и я его обязательно сниму. И там мы вместе с вами выберем ей окончательное имя. А пока пишите свои предложения в комментарии. Ты что, хочешь отобрать у меня камеру? Ты хочешь у меня камеру отобрать? Первое видео с малявкой нашей было на канале Animagic, где я показывала наклейки и необычную посылку от подписчицы. И там эта малявка вместе со мной смотрела наклейки, играла ими. Ты хватит же камеру забирать у меня. Так что, если хотите, посмотрите ее первое видео на моем канале Animagic. Ссылочку я оставлю внизу. А еще она снялась в эпизодической роли на канале моих говорящих собак Magic Pets. Там она играла монстрика за дверью. Ай! Ничего себе ты попрыгун! Как прошел первый день этой малявки у нас дома? Первый день у нее был достаточно тяжелый, потому что все-таки мы вытащили ее из канализации, и у нее был огромный вздутый живот, она нахлебалась... Посмотрите на это чудо! Нахлебалась воды... грязной, даже не воды, а сами понимаете чего, что есть в канализации. И поэтому плохо себя чувствовала, практически весь день спала. Она вся была блохастая, мы... Упала! Это рыба твоя, рыба? Ты рыбу любишь? Ты рыбу любишь, да? Ты рыбу любишь? Так что сейчас она живет у нас в отдельной комнате. Спит она пока что в старой лежаночке собачьей, но ей нужно купить, конечно же, свой домик какой-нибудь. Я планирую ей, наверное, купить когтеточку, потому что все-таки, судя по всему, она очень любит точить свои коготки об лежанки и другие вещи. Также сейчас наша малявочка кушает из старой миски моих собачек, но собачки у меня маленькие, как вы знаете, мисочка детская такая совсем малюсенькая, ей как раз подходит, она очень красивая, так что я ей ее оставлю. Ну, посмотрите на это.
Может быть, я вообще ей подарю вот эту вот лежанку покемона Юмичу, потому что она из нее выросла, и лежаночка ей уже мала. А вот нашей малышке эта лежанка, скорее всего, будет как раз. И когда она подрастет, ей точно придется купить что-то побольше. У нас пока что ничего нет из особо кошачьих игрушек. Самое смешное, что все кошачьи штучки и игрушки из посылок я либо отвезла в приют для бездомных кошек, либо я эти игрушки передала в нашу волшебную семью другим котам. И вот у нас осталась только вот одна такая мышка. Будет у ребенка хоть одна игрушечка пока что на первое время. Все, я надеюсь, мы заняты на час. По цвету мы, как я поняла, такие серенькие, дымчатые. Что ты делаешь? Хватит драть лежанку. На задних лапках у нас вот такие вот беленькие, прям гольфы, прям большие, длинные, такие одинаковые, симметричные. А на передних такие вот рукавички, варежки, перчаточки. Мордочка у нас наполовину серая, наполовину белая, а на носике такое черное. Не хочет сидеть на руках? Конечно же, малышке в отдельной комнате довольно одиноко одной, и периодически она так громко мяукает. И всем другим животным очень интересно, кто же там. Они тоже чувствуют, что кто-то в доме явно появился, и новые запахи, и новые звуки, и уже хотят очень увидеть и познакомиться, но всем нам придется недельку подождать, потому что мы больные, и нам надо лечиться. Самый успокаивающий звук на свете. А еще у нас, по-моему, будут очень большие уши. Но, как знаем, мы котята формируются не совсем пропорционально, поэтому лапки у котят всегда больше, чем все остальное. И со временем тело может вырасти, а лапки такими же остаться. Ты что, хочешь палец мой погрызть? Пососать палец хочешь мой? Нельзя, нельзя грызть палец мой. Но уши у нас точно будут большими. Вот же у тебя мышка есть. Ешь мышку свою. Подписывайтесь на инстаграм о питомцах или на мой инстаграм. Я буду там держать в курсе, вывешивать сторис и фотки этого маленького чуда. И, скорее всего, она обязательно станет героем канала Magic Pets. Мы придумаем ей голос. Так что у нас опять девочка, и она очень активная. Но при этом очень-очень ласковая. Обожает помурчать, обожает, когда ее гладят. Может заснуть на руках от ласки. И вообще очень такая маленькая, хрупкая, мягонькая. Когда вот так вот ее трогаешь, у нее шейка, ну просто как у цыпленочка. Жалко, что видео не передает всех тех эмоций, которые я испытываю, когда держу это маленькое пушистое чудо на руках. Все, выдохлись, да? И скоро увидимся. Пока!